შემოვიდა ეს თუთი აქ და ხუთი. და ოთხი ახალგორი შემოვიდა, ერთი აქეთ დაუკარგა ახალგორს. ორი თელი პერიმეტრი აიღეს რა. Сада хар, я тебе взяла баракиш. Сара, слушай, мне свой лабараки хватит. А си я равару вообще рахме мау, на арвицию, саня, ура, движение бьян, ура. Я приехал в лабараки, саня, что-то Америка увидел, на арвицию, саня, рахме, саня, так не мау, ура. Так им зайда, бэм, царь, да. Захма, чего же мод, да. Во. Ата дайჭირეს უკვე პოზიციები ახმაჯის თავზე ავიდნენ ახლა იქ ორი BMP იქ მაღლა აიყვანეს იქ და აყენეს და ახაც ნუ რაც ძამოყვანი ხავთ მოსაბრუნში ახაც ამაგრებენ და მაღლა წავიდნენ რა ზოგანს თავზე და ზოგანს თავზე და ხო ხო Ай хау нахау, ну вот, без хотите ещё вот тут где-то. Да. Стой, завод, габлики тут там ещё есть. Сигура хоть строчки кому варда, шешнегули. Сигура. Аргад мохвиде, манка, инан исе гадай. Ламе эгерше даатриани, манка, ну гай. Ай, там где Хвартамолин, мне нагади дедис мутали мутхан, мети рага она гаке, да во, а то ше мои дадке на сброни техники. Рага она гаке. Ара, бей, ка, иду ахал гоши театаре, рага то я уйди, бей, 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 бей. Ара, сой, мандари, хла. Сапи, да, мала, бай, ара. Да. Хочу, да, я жду, чтобы ты мне сказал, объясни, что это они тут вытворяют, где-то чугунов пускай на... Какой президент? Медведев пришел? Так. Мы же договорились, что будут какие-то передвижения, вы должны были мне сообщить об этом. Я... Так. Кто подъезжает?
there is a meeting between the Georgian and the Russians right ahead of us. And where the white car is. Yeah, because it is quite tense. So. Как будем сейчас? Целую ночь как я буду там спать? Сын рядом, муж, все боимся. Куда нам пойти? Они там остались, когда куда пойти? Тяжело, конечно. Конечно, тяжело. Сама я осетинка, муж грузин, мама грузинка была, папа осетин, а бабушка русская. Куда я пойду? У меня все смешано. Ой, а мы так всегда мирно жили. Никогда, никогда не было различий, ты осетинка и грузинка. У нас этого никогда не было. Это началось во время сведоков и конца хурдей. И после этого все перемешалось. Да. Уже нервы не хватает, куда пойти, сама не знаю. У нас же нет военных здесь, мы просто наблюдатели. Я знаю, я же по телевизору смотрю, я и всю Европу смотрю по телевизору. Знаю. Мы, конечно, надеемся, что вот наше присутствие как-то успокаивает все-таки. Ну вот видишь, только почти целыми, или 10-го приехали. Сегодня же почти конец месяца. И... Все так, и они не хотят успокоиться, они дают людям покойно жить. Да.